Сегодня, 16 июля, силы вооруженных сил ДНР начали массированное наступление на карательные силы Киева со стороны Саур-Могилы и Степановки. Для наступательных действий вооруженные силы ДНР используют ПТУР, танки и минометы. 15 июля, неся большие потери, силы киевских карателей отступили от Изварина и Краснодона. Силы карателей так и не смогли полностью заблокировать границу народных республик с РФ, через которую зону конфликта покидают беженцы и поступает гуманитарная помощь. Поступила уточненная информация. В Кодле на южном направлении фронта оказались 5 боевых подразделений киевской хунты. 79-я ОАМБР, территориальный батальон «Шахтерск», 24-я ОАМБР, батальон «Азов», а также 72-я отдельная гвардия Киевского ордена Красного Знамени механизированная бригада. Боец именно этого подразделения в интервью украинскому каналу 112 заявил о катастрофе войск хунты. У нас горят все поля, у нас сорваны очень много машин, горят бензовозы, боекомплект. Команда отходить нет, следим. На данный момент силы карателей, сосредоточенные в этом котле, снялись с места и беспорядочно начали двигаться на прорыв из окружения. Силы народного ополчения сейчас проводят меры противодействия выходу карателей из окружения. Разгром южной группировки прокиевских сил практически стал свершившимся фактом.